Мало страшный Бог. Все нынче как с просуху. И только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал мне мальчонку. А как зовут? Забыл его спросить. Лет 10-12 бедовый. Из тех, что главарями у детей. Из тех, что в городишках призрантовых встречают нас, как дорогих гостей. Машина вступает на стоянках. Таскать им воду ведрами нетрудно. Приносит мыло с полотенцем к танку и сливы недозрелые. Шел бой за улицу. Огонь врага был страшен. Мы прорывались к площади вперед, а он гвоздит, не выгнуть из башни, черт его поймет, откуда бьет. Ты угадай-ка, за каким домишкой он примостился, столько всяких дыр. И вдруг к машине подбежал мальчишка. Товарищ командир, товарищ командир, я знаю, где их пушка, я разведал, я подползал, они вон там, в саду. Да где же? Где? А дайте я поеду на танке с вами. Прямо приведу. Что ж, бой не ждет. Вылезай сюда, дружище. И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит мальчишка. Мины, пули свищут. И только робошонка узрел. Подъехали. Они вот здесь. И с разворота заходим в тыл и полный газ даем. И эту пушку заодно с расчетом мы вмяли в рыхлый, жирный чернозем. Я вытер пот, душила гарь и копоть. От дома к дому шел большой пожар. И помню, я сказала: спасибо, хлопец, и руку как товарищу пожал. Был трудный бой. Все нынче, как спросил. И только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. А как зовут? Забыл его спросить. Спасибо. Следующее стихотворение называется «Первые два слова». Автор Аннабель Свон. Как здорово, судьба находит на нас. Казалось бы, идет какой-то парень, но стоит заглянуть ему в глаза, а на губах узреть улыбки тень, тотчас понимаешь, неспроста два взгляда наших пересеклись на Ростов бульваре, когда мы шли подаль слегка. И то, что в эту встречу принесло свои проделки осень. Вот, слышен шум листвы, и подушка прихлопнула. Ко мне подходишь сквозь мгновение ты и говоришь мне: здравствуй, нежно. Ловлю тебя на том, как ты игриво смотришь, изучая, как блеском от своих очей мой взор глубин нажжешь, как трепет на губу свою терзает, ты смотришь на меня и моего ответа ждешь. Привет. Ну вот, произнесла я заветные слова той встречи роковой, и сами мы того не зная, наш механизм любви пустили в путь лихой. Ох, если бы не те два слова, но просто мимо проходящих пары глаз. Мы задаем себе, не прекращая слова. А было бы то, что есть для нас сейчас. Спасибо. Я хочу вам прочесть одно стихотворение на французском языке, которое мне пришло. Это стихотворение мне пришло, оно о любви. Я не буду рассказывать вам перевод его, но скажу лишь,
то, что оно о том, что каждому из вас, из нас свойственно влюбляться, любить. Не всегда это любовь взаимна и влюбленность взаимна. Каждому из нас свойственно предпринимать некоторые шаги к объекту нашей любви или влюбленности. Но также не всякий раз эти шаги будут ответными. Это стихотворение о том и для того, чтобы мы поняли и помнили, что настоящая любовь — это такая любовь, когда чувства обоих людей взаимны. Ton amour pour lui est une torture. Si tu vois qu'un jour tes larmes coulent à cause de son départ, ne montre rien et garde le calme. Ou bien sache-le que cela se perd. Les garçons n'aiment pas qu'une fille pleure et montre ses sentiments. Il leur semble qu'un fil les enchaîne par pieds et mains. Tous les hommes veulent être, veulent courir après les femmes. Et s'ils ne peuvent étendre leur cible de conquérir, ils y mettent fin. Les relations finissent très vite quand tu commences à l'aimer trop fort. Tu veux le voir trois fois souvent. Et pour lui, ce semble. И я хотела бы, наверное, завершить. Хотя у меня было одно стихотворение про путеводную звезду. Я слышала, молодой человек сказал. Я могу его прочитать, если вы будете не против. Не против? Хорошо. Там было про ориентир, про мою путеводную звезду. Расскажу вам историю. Расскажу вам историю. Это стихотворение родилось прошлым летом, когда я шла по парку, и было прекрасное звездное небо, и, конечно же, была одна самая яркая звезда в небе. У меня очень быстро родилось это стихотворение, я считаю, оно очень, очень красивое. Моя путеводная звезда. Моя путеводная звезда. Как мантру тебе я читаю, едва своими губами шепча. Прошу, веди меня вдали-дали, туда, где бегут реки быстрые, туда, где глади озер зеркальные, где водопады кристально чистые, где природа девственно свежая, где земля моя, матушка, родная, где живет моя семья кровная, где живет любовь твоя. Нет. Скучаю, люблю ее, верую, твой образ на фото и сердце хранит. Тебе я обещаю, любимая, милая, живу с поля боя, я скоро приду. Спасибо. Пожелания вам напоследок. Секундочку. Где там было? Один маленький. Секундочку. Да. Будьте тем, кем вы хотите быть. Be the one you want. Let some fresh air burst into your life. Let the bright moon show you the path. Let your beautiful smile add up to life. Let you just be the one you are. Будьте тем, кем вы хотите быть. Спасибо.